Вы смотрите прогноз погоды на АТВ. Всем здравствуйте. Я Озуто Циреторов, расскажу о погоде в среду 26 октября. Как сообщает Гидрометеоцентр, на севере переменная облачность. Днем минус 2 градуса, ночью минус 9. Порывы ветра до 2 метров в секунду. На юге Бурятии переменная облачность и небольшое потепление. Днем плюс 7, ночью минус 4. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В столице республики переменная облачность. Днем плюс 6, ночью минус 5. Порывы ветра до 7 метров в секунду. Помните, главнее всего погода в доме. До встречи в эфире.